Nitex. Это самая крупная и, собственно, единственная выставка профессиональных электроинструментов в России. Это выставка, где собирается все инструментальное сообщество, все наши друзья, конкуренты, ну они тоже наши друзья, естественно. В механике есть два вида неисправности, как в электрике. Отсутствие контакта там, где он нужен, и его присутствие там, где он не нужен. Поэтому, так сказать, чтобы контакты не портились, их периодически нужно смазывать. Поэтому тут, как говорится, чтобы контакты смазывать, необходимо встречаться. Ну, это повод встретиться. Сегодня очень значимое событие, потому что завод подписал соглашение с одним из крупных продавцов электроинструмента. Мы сегодня подписали протокол о намерениях где-то на 1 миллиард рублей продажи в ближайшие годы. Nitex – это встреча производителей. Причем здесь все компетентные люди, здесь никого не обманешь. Здесь можно только свой интеллект предложить для других компаний, не более того. Мы стараемся на всех стендах интересоваться и принимать для себя решения на будущее, которые позволят повысить инновационную составляющую инструмента. А самое главное, что мы выполняем сегодня высокую роль импортозамещения. Мы впервые показываем именно стенд 220 вольт, а не стенды различных брендов, которые в 220 вольт продаются. Это тоже некая знаковая история для нас, потому что мы показываем всему рынку не только что можно купить, но и где можно купить. Мы всегда понимаем, что это выставка, которая дает новые знания и рядовому строителю, и мастеру-участнику, и крупной строительной компании, и новому течению интернет-магазинам, и оптовым покупателям. Это светоч знаний. Здесь можно прийти и пообщаться с грамотными людьми. Помимо того, что мы что-то даем людям, мы от них узнаем обратную реакцию, что бы им хотелось, что они жаждут увидеть, какие есть пожелания. Мы это все доносим до производителей. Очень выросла доля региональных клиентов. И сейчас я вижу, активно работает Крым, Сахалин, Камчатка. Дальние регионы тоже преодолели эту волну, и мы идем в правильном пути. Интерес к нашей продукции есть. Здесь самое большое количество именно B2B клиентов. Наша основная цель, задача найти своих новых дилеров. Вот также здесь есть и розничные покупатели, которые могут заметить наш бренд и подумать о приобретении нашей техники. Nitex – это интересно. Nitex – это самая лучшая тусовка за год. Nitex – это весь инструмент. То есть это хороший анализ, хорошая такая лакмусовая бумажка для рынка инструмента и садовой техники. Nitex – это встреча старых друзей. Это встреча людей, для которых производство инструмента является одним из самых главных дел в жизни. Встреча людей, которые любят свое дело, свою профессию.